Гомельские городские оркестры отзначили свое десятигодие. Подчас юбилейного концерта на сцене выступили каля 100 музыкантов и вокалистов. Ведущим вечера стал спевак и композитор Георгий Колдун. Подробязности у Ганны Ковалевой. Полторы годины до початку концерта, однак усе его удельники уже на сцене. Заключная репетиция, апошние зауваги и правки. Зусім хутка артисты представить на суд слухачоў досвід, назапашаны за 10-годие. Свой юбилейный день нараджэння гомельские городские оркестры проведут разом со спеваком и композитором Георгием Колдуном, який у гэты вечер узяв на себе ролю не только выканаўцы, але и ведучага концертной программы. Яе назва не выпадковый концерт, уже кажа про важкую нагоду. Безусловно, 10-летие для организации это большой праздник, это фактически первый юбилей такой круглый. И готовились, наверное, ну, все 10 лет, наверное, организация готовилась, и оркестры готовились. И сезон открывается не зря с этого концерта. Не случайный концерт, потому что на сцене будет находиться два коллектива одновременно. Это и симфонический оркестр, и духовой оркестр. Это изюминка, наверное, сегодняшней программы. То, что мы сегодня собираем полный зал, это показатель популярности и оркестровой музыки, популярности коллективов, бренда организаций. Очень хочется, чтобы дальше это продолжалось. Мы попытаемся сделать так, чтобы все было интересно и красиво. И вот нарешті гучать первые аккорды. У гэты вечер на сцене собрались музыканты обоих оркестров установы симфоничного и камерного духового. Яны выконали 17 творов самых разных музычных накірунков. Гучали как вядомые мелодии, так и премьерные. Например, твор «Джаз у ночи» был написан амаль 80 годов тому, и по сутности менавіта ён открыл шлях белорусскому джазу. Упершыню композицию выканал первый в нашей стране державный джаз-оркестр под кіраваннем Эдди Рознера, який некалі працавал и у Гомеля. У гэты вечер для гомельской публики знаковую композицию выканали упершыню. После Минска наш областный центр стал другим городом, где прогучала легендарная мелодия. Увогуле организаторы концерта постарались насытить программу творами, якія пришлися по душе слухачу любого взросту. И гэта им однозначно удалось. Знаете, я считаю, что на сегодняшний день наша организация – это огромная семья, дружная и очень сплоченная. Поэтому я желаю нам, чтобы мы продолжали в том же ключе работать, потому что я дорожу каждым сотрудникам и надеюсь на то, что в таком ключе, в таком ритме, с такими же замечательными идеями мы продолжим работать и в этом сезоне, и в последующем. В этом концертном сезоне гомельские городские оркестры обещают новые проекты и, как сами кажут, море джаза. А кроме того, в листопаде отбудется одна из главных подей сезона – форум классичной музыки. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель».